Привет, народ! Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Буквально вот недавно загрузил игру. Я тут уже немножечко побегал, пособирал некоторый лут. Не было ничего абсолютно интересного. И вот сейчас я в деревне Фирсдаль. Давайте-ка здесь погуляем. Здесь есть какие-то, по-моему, задания. Поел бы свежий. А правду говорят, что ты во время последнего похода отпустил черт. О, ведьмак! Хвала Фрейе! Ведьмак, помоги! Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж! Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало, на нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот ты и привиделась. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Так, почему ты не хочешь помощи от местных? Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. А кто ты? Ты сфарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что сфарер, а Сворлог на Спикероге. Ну так сфарер, я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. Сфарер на Спикерог, а потом на Арцкелик. Весьма... извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Ну ладно, говори, в чем там дело. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их? Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Так, поговорим о награде, давай тогда уже. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся, сколько ты хочешь? Так, давайте-ка трясанем с него... Даже не знаю. Давайте-ка... 320 вот монет как. Справедливая цена. Ну так как? Странно он какой-то. Ладно, я тебе помогу. Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну, тут, в корчме неподалеку, буду ждать, да. Ладно, до встречи. Так, а что за задание, собственно? Что-то ничего не отметилось, и давайте посмотрим. Дополнительное, может. Так, это все не то. Ха. По-моему, все было. Ну-ка, заказ, наверное. Вот это, по-моему, новенький.
Ага. Ну да. Похоже оно. Давайте возьмем, кстати, 29-й левел. Как раз таки опыта неплохо за него получим. Страшно болит. Будто меня что-то изнутри разрывает. Красивые мечи. Надо к друидам Но сходить. По мне лучше добрый топор. Я уже была. Говорят, что травы больше ничем не помогут. Что только молитва остается. И ты молишься? Я молилась, когда Кьяре бросил меня. Когда мама была больна. Когда овцы подыхали. А теперь сил нет. Печально, печально все это, друзья. Так, пробежимся немножко. Так, уже далеко на самом-то деле. Так, где-то вот здесь это должно быть. Вроде как накеры, да? Вот она, телега. Ну что, посмотрим? Это должно быть товарищ того человека с Форер. Странно, это старик. Выглядит так, будто умер он от старости, а не от когтей накеров. На боках у него раны, словно от когтей. На челюсти сжатый, позвоночник выгнут дугой, будто умер он от столбняка. Какого? Ух ты! Это что такое? Повезло. Геральт мне подсказывает, что это не случайность. Надо бы проверить. Геральт такую интересную позу встал. Друзья, ну бывают же такие глюки, а? Да. Повезло, говорит. Да, весело. Давайте проверим. Борозда в снегу, свежая. Валун катился здесь. Ну, это явно был какой-то глюк. Вот это в этой катсцене, да? Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы. Ну да, следы. Накер, должно быть, бродил по грязи, прежде чем сюда пришел. Какая-то стайка впереди. Так, там, похоже, волки, а не накеры. Да, так и есть. А следы ведут в эту пещеру. Что весело. Тут творится? Интересно. Так, Андриага, да? Причем такого уровня высокого. Давайте-ка воспользуемся, может быть, маслицем соответствующим. Так, инсектоиды. По-моему, они инсектоиды как раз и есть. Ничего чинить не надо? А вроде бы нет. Кстати, можно было бы подпалить, может быть, да? А почему нет? Ух ты. Да, бой будет веселеньким. Так, и смотрите-ка, они... Сгорели нифига.
Ух ты. Мелочь, но их много. Так, понятно. Ну-ка, давайте-ка, ребятки. Поможем мастеру Геральту вернуть его здоровье. Так, это... Ух ты. Главоглаз огромный. Черт. Да еще ядовитый, по-моему. Да, ядовитый. Черт, там главоглаз. Конечно, меня здоровски травит, но... Я их зацепил такие. Чё, я с ним разберусь сейчас. Так, как бы Геральту здесь ласты не склеить. Можно было, конечно, и Волгу выпить, но обошлись без всяких эликсиров. Геральт у нас легких путей не ищет. Так, что-то еще можно поднять. А следы-то ведут дальше. Стопа Накера, выдолбленная изнутри, будто башмак, который кто-то потерял на бегу. Становится все интересней. Любопытно, друзья. Лапа Накера и человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал. Так, что там внизу? Ничего. Тоже ничего нет. Здесь следы обрываются. Хм. Кто же развешивает рисунки в таком месте? Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. Ха-ха. А вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы Накера у валуна. Только интересно, кто на самом деле их оставил. Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Да, друзья, интересно. Очень интересно. Так, ну картинки понятны. Накер. Его разорвал кто-то огромный.
А потом кто-то отрезал ему ноги. Ладно. Больше здесь взять нечего. Так, а вот тунакеры, да? Ну давай! Так вот. Немножечко попищали и сдохли. Так, ну вроде бы их больше было. Все что ли? Ну, тут еще есть крестики, да? Надо бы восстановить здоровье хотя бы немножечко. А пить всякие отвары не хочется. Там, по-моему, еще медведь где-то ходит, ну ладно. А, да, так и есть. Мишка нам поможет. Ух ты. Такой серьезный мишка. Пробивает. Да, мощный удар. В принципе, я думаю, достаточно с ним играть. Отлично. Забираем с него все и выясняем, кто же на нас западню-то приготовил. Геральт, что? Там же высоко. Хотя, собственно, мы, наверное, пришли, да? Точнее сказать, приехали почти что. Так, что тут теперь надо? Ночью, да? Интересная такая поляночка. Сейчас мы, конечно же, помедитируем. А вот тут у нас что? Ничего, все завалено. Давайте где-нибудь спрячемся вот здесь вот раз, чик, и помедитируем. Так, ночь нам нужна. Достаточно, нет? Это должно быть здесь. Дождик начался. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки.
А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую тимьян. Ух ты. Наш заказчик тоже там, смотрите-ка. Что тут происходит? Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? А то, что ты там, а мы здесь! Сейчас все может поменяться. Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделать суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты отдан на нашу милость и немилость! Да что ты! Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак закрыть пасть! Или попадать в суп! Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Ух ты, волколак. Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно, мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Мы, кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адалию. Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и с Турсон. Но Золотого Дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира. Ее он не пожалел. Интересное тут кино, друзья. Поговорим с ними. Вериена убивала невинных людей, я должен был что-то сделать. Но многим другим чудищам я помог. Да? Это кому же? Так. Ну ладно, новиградского доплера мы действительно отпустили, помните же, да? А совсем недавно я сохранил жизнь новиградскому доплеру, который воровал еду для Скайтаэлей. Хотя за его голову мне обещали кругленькую сумму. Я тебе благодарен. Немного уж нас осталось. Не смеши меня. Этого слишком мало. Так. Погоди, погоди. Прибожку-то мы тоже помогли. Кстати, там их даже два было, по-моему. Я помог Прибожику. На самом деле даже двум. И Васику, и Саре. Да. Он говорит правду, я слышала об этом. Видишь? Он вовсе не такой злой. Давай отпустим его. Ты да. Хочешь его пощадить? Чтобы он всех нас выследил и перебил? Я ничего вам не сделаю. Я не убиваю разумных существ. Лжешь. Каждый ведьмак — убийца. Я убиваю чудовищ. Профессия у меня такая. Но только если они угрожают людям. Ты ненавидишь нас всех! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему опасен, а кто просто хочет спокойно жить. Только ведьмаки стоят между вами и людьми. Мы знаем оба этих мира и храним оба. Мы убиваем опасных чудовищ, чтобы разумные могли жить в покое. Ты говоришь так, потому что боишься. Ты знаешь, что нас больше. Ничего подобного. Если бы я захотел, я бы давно вас перебил. Я ему верю. Отпустим его. Я за. По-моему, он не лжет. Пустить возьмака! Глупцы! Он провел вас как щенков. Корчит из себя честного и доброго. Да только это обман! Люди всегда врут. Успокойся. Этим ты не вернешь Адалию к жизни. Стойте здесь! Я сам с ним разберусь. О, чертов волколак, а? Ну,
Ну, пусть подходит, чё ж уж. Ничего, тебе всё равно конец. Поэтому ещё поглядим. Погибнешь за это. За смерть моей Адалии. Адалии, говоришь? Эй, черт, такие, смотрите-ка, ух, ничего себе, он так нехило атакует. Ну-ка, эть. Черт, вот надо было на первый раз тормазнуть. Он пробивает повторно, когда держишь. Куда там пошел, давай-ка. Эть, вот и достаточно. А как насчет Игни? Лекнуться захотел, что ли? Ух! Черт, вечно к нему приходится подходить. Так, давай еще раз. Не успел. Вот, отлично. И... эть! Вот и все. Отлетел. Ты был прав. Чудовища, они как люди. Одни добрые, другие злые. А есть те, кто просто сбился с пути. Жалко его! Он когда-то был другим. Жаль, что мы поддались на его уговоры. Возьми вот. Это такая безделушка от нас, чтобы ты по-прежнему помнил, что не все чудовища опасны. Спасибо. Вот же черт прибожек. Спланировали покушение на Геральта. Так, а где тут трофей наш? Так, вот останки. И давайте глянем, что там они подкинули-то. Так, башмачки какие-то, да? 28-й левел как-никак. Ну, нехило так, нехило. Какие-то уникальные, что ли? Ну, ладно. Все равно наши лучшие. А можно было даже подчиниться, кстати, да? Вот у нас тут покоцали так немного. Так, ну ладно, давайте-ка вернемся в эту деревушечку. Где-то она. Далеко вот так-то пилить. Ничего. Мы сейчас зовем плотву. Пошла. Но. Эх, не может перепрыгнуть. Ну ладно. Но пошла. Тихо, тихо, тихо. Так, это кто? Погоди, плотва. Потом летает. Интересно. Ну ладно, не будем отвлекаться, по-моему, это виверны. Давай, давай, прыгай, 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 плотва.
Сидеть. Шевелись, плотва. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Но! Так, больше здесь ничего нет интересного. Что там за чел стоит? О, ведьмак, ты ведь насчет дракона пришел. Чего? Расскажи мне что-нибудь про этого дракона. Как он выглядит, например? А то ты не знаешь. Что ж ты тогда за убийца чудовищ? Ну и чешуя у него, крылья, когти. Дракон как дракон, нечего о нем болтать. Убить его надобно, пока он еще кого-нибудь не сожрал. Давай поговорим о награде. Поговорим о награде. Сколько ты даешь за дракона, я обычно беру за накера. Так. Ну, 300 монет, думаю, разумно. Много. Ну и дракон тоже не мелочевка. Пускай так, согласен. Отлично. Ведьмаки обычно драконов не убивают, но я посмотрю, что можно сделать. Ты говорил что-то про жертвы. Двое братьев, Аскель и Нильс, пошли на охоту. Да сами стали добычей. Такие у них были паскудные раны, что даже мне плохо сделалось, как их принесли. А я много чего повидал. Был в 32 походах, от пояса до гор. Это наверняка очень интересно, но сейчас... Меня интересуют раны. Можешь описать? А сами и посмотрите. Семья только готовит ребят к похоронам. Они в доме еще лежат на северном краю деревни. Только отнеситесь к телам с уважением, как велит обычай. Так, дракон, друзья. Давайте сразу, может быть, вот это вот заказик, да? Он тоже, смотрите-ка, 28 левла, как-никак. Немножечко так... Подкопим. Куда? Икспы, да? Так, что у нас тут? Ох, да, любопытно. О, пожалуйста, еще один пришел полюбоваться на жертв дракона. Может, мне уже деньги за погляд собирать? Может, но я бы все равно не заплатил. Мне и на работе мертвецов хватает. Я ведьмак и пришел сюда, потому что взял заказ на этого вашего дракона. Уж простите, не знала. Чем? Чем я могу вам помочь? Так, раны надо бы смотреть. Я знаю, что тебе нелегко, но я должен осмотреть их раны. По крайней мере, ты спросил моего согласия, не то что другие. Если это поможет тебе убить эту бестию, ладно, будь по-твоему. А где нашли тела? Где нашли тела? На поляне, за рекой. Ребята любили это место с детства. Ходили туда зайцев ловить. Это все, спасибо за помощь. И я за них отомщу, обещаю. Так, зайцев, значит, ловить. Любили. Да. Следы когтей, зубов. Но ожогов нет, интересно. Так, ожогов нет. Тут вот я смотрю, есть еще что прихватить. Так, кто тут у нас разлегся? Стравитянка. Пилить вроде недалеко, тут где-то вот. Тут зайцев ловили.
словили дракона в итоге. Хилый какой-то дракон. Даже корову с поля не унес, только разодрал и оставил. Так, а куда топать-то? А, вот. Следы коровьей крови. Может, они приведут меня к логову. Кости переломаны. Он упал с высоты. Гнездо, кажется, вилохвоста. Но пустое. Ждать смысла нет. Лучше соорудить какую-нибудь приманку. Так, приманка нам нужна. Поговорить со старостой о приманке, да? Давайте поговорим. Ну, вчера мы наделали дел. Ну ты как? Ты поможешь драконам, нет? Так, приманка нам нужна. Я нашел гнездо этого вашего дракона. Но чтобы его убить, мне понадобится приманка. Овца, например. А, понимаю. Ты ее серой начинишь. Еще один храбрый партняшка. Нет, обойдусь без серы. Просто овца. Без всяких добавок. Добро, дам я тебе одну овцу. Паршивые, конечно, но думаю, сгодится. Ты знаешь, как овец-то водить? Загоняй ее, как пастушья собака. Ежели ты слева, то она направо. Ну а ежели ты справа, то... Она налево. Если пес эту премудрость усвоил, то и я как-нибудь справлюсь. Так, паршивую овцу нам. Вроде как зовут овцу? Кис-кис-кис, цып-цып-цып. Эй, овца, пойдем. Будем охотиться на велохвоста. Так, идет вроде. Ну, овца, пошла, пошла. Ну-ка, ну-ка, давай, давай вперед. Смотри-ка, чё, а? Не слушается, где там? Ну-ка. Чё, не работает, чё ли? Ну-ка, пошли. Ну, смотри-ка, чё, а? О! Теперь слушается. Бегит вроде. Вот что там? Наконец-то. Так. Черт. Геральт у нас очень сильно рискует. Ну-ка, давай-ка. О, нехило так ударяет. Так-то уже получше. Эх, ушел.
черт, а? В принципе, это было несложно. Ты пала за правое дело, овца. Тебе земля пухом. Так он ее все-таки убил. Так, шкурка есть. Шуя, патоген, танцор какой-то. И трофей. Так, жалко, конечно, овцу. Где тут она? Что-то я даже не заметил, как он до нее добрался. Да, шкурку с нее мы тоже забрали, конечно же. Нос. А что дает, собственно, этот велохвост? Так, дополнительный опыт за смертельный удар пощады. Ну, в принципе, неплохо. Танцор слабенький, мы его, естественно, продадим. Так, ну вот чинить, в принципе, только если вот это. Отлично. Сдаем задание. Про ледяного великана вот меня правду говорили. Изнутри разрывает. Дашь меч подержать? Ну ты как? Ты поможешь с драконом, нет? Да, сделано уже все. Я решил вашу проблему. И что? Только и всего? Расскажи побольше. Дракон пламенем пыхал, а ядом плевался? Да, было все. И золотая чешуя. Да, чешуя у него была золотая, и дым у него из пасти валил, как из трубы. Ровно как в песнях скальдов. Ты заслужил награду. И руку принцессы? Но мне достаточно денег. Вот есть чудище, а приходит ведьмак, и нету чудища. Так, 300 монет, отлично. Выполнили мы это задание. А правду говорят, что ты во время последнего похода отпустил черт. Давайте посмотрим, что там еще у нас есть. Что-то мы, по-моему, не сдали еще, да? Принести украденный рог Матиосу. Давайте ему отдадим, что ли. Я бы не сказал, что это очень далеко. Тут вот где-то фаст-тревел вроде был. Можно было быстрее, да? Есть тут вот. Осади! Так, Матиос, вот здесь вот, да? Давайте лучше вот спорта. Так. Ого. Где этот чертов Матиос?
Да, что ты правда? Так, с дороги. Вот он стоит. Похож, да? Приветствую, путник. Так, да, нашел Геральт украденный рог. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми. И в следующий раз убивай лучше чудовищ. В следующий раз Геральт сам решит. Так, еще одно задание выполнили, я одно опыт, да, очко. Печально, печально. Так, что там еще? Так, родовой меч. Найти лагерь воров рядом с обелиском. Но мы это еще не выполняли, волчьи шкуры не выполняли. Вот, мастер арены. Вернуться на арену позже, чтобы получить процент от выигрыша. Давайте сходим туда. Впереди, конечно, далеко, но... Ну хватит уже! Погодите, так, где там фаст тревел? Надо завершить это задание, потому что... Иначе они так и будут в списке, да? Незавершённых. Так, Геральт, ты тут не разобьешься, нет? Так, вроде нет. Что это за чучело? Так, деревня Хоф, отлично. Так, что там на арене у нас происходит? Давайте поглядим. Я с удовольствием посмотрю, как... Меня зовут Фрост! Вору Волфа! Понятно. Где там наш процент-то? Так, ну где там они? Тебе здесь делать нечего. Внизу, что ли? Привет. Так, как там насчет моей доли? Я смотрю, дела у вас процветают. Если бы ты только знал, все хотят сражаться на проклятой арене. Значит, и у меня процент какой-то накопился. А как же? Пожалуйста. Вести дела на Скеллиге одно удовольствие. Заходи еще. Тут у нас будут твориться великие дела. Помяни мое слово. Надеюсь, ты прав. Удачи. Так, и что нам дадут? В прошлый раз дали все 15 монет, вот раз 20. Ну, неплохо. Мастер арены. Новое задание, кстати, друзья. А нет. Это оно как раз и было выполнено, да? Ну ладно, давайте посмотрим, что там еще. Ага. Черная жемчужина. Помню, это задание мы еще получили в Велине, по-моему, да? Ну, думаю, с него мы как раз начнем следующую серию, друзья. Я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся.